Привет! Сегодня я хочу продемонстрировать вам дневной макияж, который можно сделать быстро, легко и в домашних условиях. Первый этап, что мы делаем, мы подготавливаем кожу к макияжу, то есть мы ее очищаем. У нас уже модель кожи чистая, поэтому мы переходим ко второму этапу, это нанесение основы. Основа нам необходима для чего? Чтобы была хорошая сцепка тонального средства с кожей и чтобы тональное средство не впиталось в кожу в течение дня. Мы сейчас будем наносить тональную основу. Для зимы можно взять более плотнее, чем для лета, тональную основу. И обязательно подбираем тон под цвет своей кожи. В домашних условиях можно наносить тональную основу даже своими пальчиками. То есть кому как удобно. Тональная основа кистью наносится более плотнее, чем пальчиками или спонжем. После нанесения тонального средства мы сейчас наносим консилер под глазки. Консилер должен быть легкой текстуры, чтобы он не забивался в морщинки и как бы не выглядело это маской. Желательно подбирать более с желтым подтоном, чтобы скрыть синячки. То есть желтый цвет нейтрализует фиолет, синий цвет, голубой цвет, чтобы это выглядело естественно. Но мы сейчас возьмем хайлайтер, делаем необходимые акценты, чтобы лицо выглядело свежим, здоровым и ухоженным. Для дневного макияжа мы сделаем легкое припудривание, чтобы не пересушить кожу. Дальше мы продолжаем контурировать лица, скулы создадим и потемним, выделим глазик, делаем там, где у нас естественная тень, мы немножко потемним, чтобы выделить глазик. Моделировку мы наносим, стараемся наносить пушистенькими кистями, чтобы не оставить четких линий. Не используем темных тонов, то есть более-менее светлые, естественные, которые подходят вашему типу кожи. Дальше мы будем немножко углубим как бы взгляд, сделаем его более ярче по ресничному краю. Мы возьмем либо коричневые тени по ресничному краю, их проведем, либо коричневый карандаш, либо можно использовать подводку. Ну, подводка даст больше яркости, более насыщенности. Ну, так как я хочу сделать более нюдовый макияж, я возьму коричневый тень. Брови лучше использовать тени, либо карандашик. Если хорошие бровки достаточно густоты, то используем только гель для укладки бровей. Последний
последний этап у нас остаются это губки. Для зимы лучше использовать увлажняющую питательную помаду. Для дневного макияжа лучше использовать такие цвета либо под цвет губ, либо можно немножко сочные такие ягодные цвета. Наш макияж на каждый день готов и по времени займет всего лишь 20 минут.